Привет, бро! С тобой Воблер, это у нас игра Stick War Legacy, а ты успей поставить лайк за 3 секунды, если ты хочешь, чтобы каникулы длились вечно. Считаю. Раз, два, три. Молодец, бро, что успел поставить лайк. Мы с тобой продолжаем проходить уровни, которые выходят здесь в игре каждую пятницу. Сегодня же у нас суббота, а это означает, что 45-й и 46-й уровень мы будем проходить. Что за эпические враги нас ждут и как мы будем с ними сражаться, ты, бро, узнаешь, если досмотришь это видео до конца. Миссия 45 – дожить до заката. Выбираем самую сложную сложность. Дожить до заката – наша задача. Мы можем, конечно же, прокачать. Можем поставить великана, можем еще что-то поставить. Я думаю, что, может быть, возьмем все-таки мага. Пусть он тут будет бегать, что-то даже дамажить. Давай немножко прокачаем наших рудокопов, потому что без руды никуда. Готов, поехали. Что за враги будут у нас, я не знаю, но надеюсь, что мы с ними справимся. Я уже вижу, какой-то зомби-великан идет. Ты че, чувак? Ты очень крутой, есть стена, пока он будет ее рушить, нам надо быстренько добывать руду. Давайте, ребята! Мы должны насобирать очень много золота для того, чтобы нанять команду крутую. Давай, давай, недаром я мага прокачал, блин, как чувствовал, ребята. Давайте, давайте, нам надо 1080 золота, чтобы мы смогли купить мага. Это как минимум мага. Давай, давай, зомби идет за нами. Скала, конечно же, нас там как-то защищает немножко. Давай посмотрим, что он тут бьет. Да, ломает. Быстрее! Быстро добывайте золото. Все, есть деньги. Маг один пошел. Возможно, надо несколько магов даже сделать. Давайте, ребятки. Пока один маг делается. Еще добываем. Мы должны уничтожить этого зомби-великана. А то он снесет нашу статую. Наша статуя — это единственное, что осталось после этих зомби-атак. Давайте, ребятки, еще чуть-чуть, еще немного, и мы сможем купить еще одного мага-старичка-боровичка. Дедульку, который призывает своих эпических внучков. Так, что тут вообще к великанам? Да он еле там долбит, если честно, эту стену. Мы успеем очень быстро еще насобирать денег для того, чтобы купить третьего мага. Больше магов, ребята, больше... вероятность того, что мы сможем победить. Я думаю, даже с двумя этими дедульками мы сможем справиться. Но на всякий случай давай мы сделаем еще. Так, давай. Еще мага, мага, давай. Сейчас будет третий маг. У нас прислужники прокачаны на максимум. Сила до мага, конечно, у мага не крутая. Но надеюсь, что все равно мы сможем хоть как-то с врагом справиться. Давай еще. Три мага есть, отлично. Сейчас возьмем четвертого и все, мы его разнесем, ребята. И уже пойдем в атаку. Мне кажется, уже достаточно будет, чтобы с ним разобраться. Строится уже четвертый дедулька. Дедуля, мы тебя призываем, иди сюда. Видите, все любят деньги, даже здесь в игре. Все откликаются на деньги. Есть золото, есть армия. Нет золота, нету армии. Ладно, мне кажется, что стоит уже атаковать. Итак, мы тут А, давай в атаку, точно пошел. Пошел великан, я беру. Но! Я по 112 с него выношу, ребят. Ого! Ничего себе сила удара у него. Крутой ты, парнишка. Давай, 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 максимально, ребята. Еще мага давайте. Он в другую сторону отвернулся. Вали его! Но! Я по 112 наношу урона. Вот я в самом верху стою. Ой, я упал! Блин, реально он дамажит. Еще один раз он ударит, и все, ребята, наши маги умрут. Ого! Так, давай я другого дедулю возьму. Как он вообще так жестко проходит? Надо было как-то... Давай я попробую дальше отойти, я не знаю. Это подальше отсюда, что ли. Так. Он трещину пустил. Ого! Я сюда отхожу, ребята. На! Достал! 225! Я ему в спину дал! Реально надо в спину ему бить. Давай еще разочек. На, убили, да. Спереди 112 был урон, а сзади 125. Ха-ха, легко, ребята. За 4 минуты мы прошли эту миссию. Получили мы свою топовую, эпическую и элитную корону. Давай с тобой посмотрим, что у нас там по сундукам. Может быть, сможем что-то открыть. И может быть, даже выпадет нам какой-то скин. А вот у нас всего лишь один сундук.
Сундучок, иди сюда, давай, открываем мы тебя. Так, давай, барабанная дробь. И что у нас? Один зомби, 10 кристаллов. Да мало как-то. Ну, зато есть один зомбарик, круто. Посмотрим, что нам принесет 46-й. Уничтожить статую врага. О, а здесь, конечно же, посложнее. Так, я вижу уже... Ого, ого, 5000 золота нам дается. Что-то будет довольно жесткое. Итак, у нас есть великаны. Интересно, ну давай великана прокачаем. Если что, мы трещины сможем их уничтожить. Смотри, как-то многовато нам всего дается. Давай и луки сделаем. Давай, наверное, и в рудокопов бабахнем. Вот так вот, чтобы они быстрее добывали. Честно, я не знаю, что нас ждет, но будем надеяться, что мы сможем справиться. Давай сразу. Ой, как долго строится наш великанчик. Пока строится великан, давай мы сразу будем махать рудой. О, мне уже сразу предлагают, говорят, давай, воблер, буст, что-то там дали. Что там у врага? Если честно, я не в курсе. Давай сразу рудокопов. Так, враг на нас идет. Ого! Ребята, мы уже дрались с такими вот крутыми стикменами с мечами. Это те ребята, которые будут постоянно на нас нападать. О, ну коль мы луки прокачали, давай еще и луки сделаем. Вот они стоят, там еще какой-то великан с мечом. Я в шоке. Что там за великанище-то? Смотри, как быстро у нас строятся луки. А вот долго, конечно же, у нас строился великан. Давайте, ребята, лучники. Ай, все, пошли в атаку. Беру великана. Давай, беру великана, делаю трещину. Но! Отлично. Всех завалили. Надо выбрать другого великана. Еще трещину. Но! Как-то, если честно, быстро наши великаны мрут. Мне кажется, или они не смогут долго прожить. Это жестко довольно атака. Может быть, надо было сразу великана сделать и отправить его туда вперед, чтобы он дрался. Давай, давай, луки, луки, больше луков. Давай, давай, луки, пожалуйста, помогите нам. Стрелы, лучники, но! Ну, трещину же. Давай. Силушка богатырская, великанская. Давайте, там с той стороны мы видим, что все. Ага, отходим, ребята. Отходим назад. Ну, луки, в принципе, сработали, это неплохо. Я вижу, что надо еще великана сделать. Добыча руды идет, в принципе, нормально. Рудокопы добывают с максимальной скоростью добычи, которая здесь есть. Давай, наверное, выберу вот этого заднего великана, чтобы у него добавлялось ХП. Если даже враги на меня пойдут, я смогу, в принципе, сделать трещину. По 10 ХП всего лишь восстанавливается. Давай еще великанчика. Давай посмотрим, что там вообще у них. Давай попробуем реально пойти их там напугать, что-то разнести. А то они крутые, добывают золото. Попробуем им немножко тут... А, уходят они. Уходят. А, не-не-не, ребята, отходим назад. Я вижу, по нашим лучникам стреляют. Давай, я приму урон. Ха-ха, отлично принял, слил великана. Ребята, я, если честно, не хотел так, чтобы получилось. Хотел, чтобы все было по-другому. Берем вот этого вот раненого. Так, что там у них? О! Вот они уже на нас нападают, пацаны. В атаку пошли. Ого, у них армия. Трещину, но! Да, отлично. Теперь берем, переключаемся на другого великана. Это не тот, мне надо вот этот. Или что, я не могу никак сделать. Давайте, ребята, луки, ну что ж вы так еле-еле бьете. Надо спасти наших лучников. Трещина, заряжайся, но! Там уже ничего не осталось. Я в шоке, если честно. Как-то все очень жестко. Прячемся на базу, лучникам нашим досталось. Минус 3 лучника. Это у нас почти минус 1000 в деньгах. Но почему у нас там ничего не выбиралось? Так, они уходят, приходят. Капец, как у них быстро все строится, ребята. Ладно, я не знаю, что делать. Пошли атаковать будем. Мне кажется, что это самый лучший вариант. Потому что как-то уже не все так просто. Давайте в атаку пошли. Сейчас попробуем сразу уничтожить их статую. Мне кажется, что сейчас будет победа, и мы сможем реально быстро победить. У них луки очень жесткие, как ты видишь. Давай, давай, давай. Давай, трещина. Но... Я не знаю, сколько трещина вообще принесла статуя, а 100 что-то наносим урон. Бьем, бьем, пацаны, бьем статую. Не расслабляемся, валим, валим статую, идут. Не обращайте внимания, валите их. Так, давай строительство великана сделаем. Сейчас трещину дам.
Ну, по статуе рубите, блин, статую бейте. Не надо нам вообще эти чуваки. Я не знаю, я же вроде бы управляю великаном, или он умер. Я бью статую или не бью? Да что-то какие-то цифры вылетают. Давай еще одного великана строим на всякий случай. Давайте. У них реально какая-то дикая армия. Мы уже с такой армией как-то встречались. Давай трещину, но! Да, трещина и статую разнесла, и все в округе. Да что это за уровни, ребята? Это... Ролик меняет 10 минут. Это что за дичь такая? Да, корону, конечно, получили. И это замечательно. Есть два варианта. Либо уровень был слабый, либо мы уж крутые стратеги, а? Наверное, все-таки я стратег. А уровень нормальный. Ну что же, бро, с тобой был Воблер, игра Stick for Legacy. Вот так вот мы круто проходим уровни здесь в игре. Если ты не видел прошлые битвы, прошлые эпические сражения, обязательно посмотри. На канале есть видео по этой игре, по другим играм. Оставайся на канале, смотри ролики. Скоро увидимся, пока.